Всем большой приветик, и это очередное видео с моей работы. Также меня попросили рассказать как бы более подробно, вот, но, скажем так, это все-таки немножечко частная личная информация, поэтому слишком много я углубляться не буду, расскажу чуть-чуть. Ну, в принципе, вы уже видели, как выглядит мое рабочее место, даже неоднократно вам я его показывала. Здесь вот у нас компьютер. Вот, телефон, там модем, вот здесь вот. Вот, также, как видите, здесь чашка чая, зеленым чаем. Решила я с утра попить чай, сейчас у нас 11 часов утра. Вот, сейчас я введу пароль на компьютере. Подождите. Вот так вот. Ну, здесь все такое разбросано, небольшой такой творческий беспорядочек. Здесь моя косметичка, которую я беру с собой. Ключик от кабинета. Вот такой вот, можно сказать, органайзер для офиса. Здесь такие вот всякие бумажечки, закладочки, ручки, карандаши, ножницы, в общем, все-все-все. Здесь такая моя тетрадка, так она выглядит, обычная тетрадка, в которой я записываю какие-то вещи по работе, там какие-то кода, там номера документов, документацию, здесь такая табличка у меня, также это мне нужно для работы. Вот, что вам еще показать, в чем заключается, допустим, суть моей работы. Мы печатаем разные документы, абсолютно разную документацию, ведем статистику. Вот, например, также мы еще занимаемся вот таким делом. В общем-то, это индивидуальная карта беременной. То есть вот так вот она выглядит. Вот такая карточка. И эту карточку мы вносим в специальную программу. Вот. Эта программа выглядит таким образом на компьютере. Так вот она выглядит. Сейчас вам продемонстрирую что-нибудь. Ну, вот такая вот программка. И в эту программу мы вносим вот такие вот карточки. Также, как я сказала, печатаем разные документы, различные документации. В общем, на самом деле много-много всего. Вот здесь вот у нас принтер, на котором мы распечатываем все документы. Вот. А сзади здесь такой маленький мини-чайничек, в котором мы пьем чай. Вот, ну, здесь тоже такие принадлежности, полотенца, чай, там вот еще у нас всякие для чая, там сахар, вот. Здесь у нас находится второй стол, за которым сидит моя напарница, сейчас ее нет, но с минуты на минуту она уже скоро придет. Также у нее здесь какие-то документы, вот она тут что-то печатала, тоже такой же органайзер у нее здесь. Компьютер, вот номера телефонов какие-то, чашка стоит, вот тоже документы. Кстати, сегодня нужно будет сдать отчет, вот он готовый уже отчет, нужно будет его сдать сегодня. Ну, в общем-то, вот так вот, это ее стол, вот так вот выглядит, вот, и этот вот стол мой. Вот здесь у меня стоит два стула, потому что на одном стуле сижу я, а вот на этом стуле сюда приходят врачи. Вот, и что-то там говорят, что им нужно напечатать или еще что-то. В общем-то, вот так выглядит. А также, также я еще оплачиваю квитанции, там платные всякие анализы на ВИЧ и все такое. Вот, в общем-то, вот так вот выглядит моя работа. Работаю я статистом в женской консультации. Вот, на самом деле, в принципе, мне нужно ходить, скажем так, в халате, но можно ходить и не в халате медицинском. То есть чаще всего я одеваюсь просто обычно, в какую-то свою обычную одежду, такого более офисного, скажем так, плана, и вот так хожу на работе. Но сегодня я в халате, сейчас попытаюсь вам показать. Ой, конечно, наверное, будет плохо видно. Такой вот у меня медицинский халатик, довольно-таки коротенький. Вот на ногах у меня такие вот босоножечки. На таком довольно высоком каблучке. Такие вот. Вот, в общем-то, это и все. Всем большое спасибо и...
еще принесли колонки, поэтому теперь мы с музыкой, такие колонки, слушаем музыку, так теперь мы...